Всем привет! Вот я пришла на свой огород. Хочу показать же помидоры свои, как они блестят на солнце. Ну, то есть это они висят. И мне жалко, конечно, их срывать. Мне хочется, ну как, знаете, естественный процесс. Чтобы у меня пришла, а на огороде растут огромные помидоры. Не знаю, успеют ли они вызреть и не сорвут ли их. Здесь вот покраснелся немного, вот сливки какие-то. Ну вот хочется мне, чтобы вот эти помидоры я вам сняла на видео красными. Буду пытаться делать быстро все как в ТикТоке, потому что зарядка у меня очень короткая. А это не поднимала. Ну, чтобы не зря. Вот желтый. Вот это, наверное, яйца какие-то. Теперь буду знать, желтые. Золотые яйца. Так. Огурцы. Вот те, которые коротенькие, колючие. Надо их по-быстрому. Что тут есть? Нету. Может, их полить надо. Буду неизвестно сколько работать. Вроде земля влажная, но не выросли они еще. Завязались, но не выросли. Угу. Если получится, сюда пересажу клубнику. Если получится. Вот стоит мой стол. Прекрасно. Вот он. Видите, он закопан. В общем, все хорошо. И гладиолусы. Пришла на второй огород накопать картошки, потому что здесь уже есть кусты, где засохла бадилья. Вот. А картошка сейчас не дешевая, не знаю, до 40 рублей. Поэтому буду уже копать начинать. Выкопала я 5 кустов. И я не могу сказать, что хороший урожай. Мелкая, ну вот. Но если честно, я на этом огороде, на втором, тут отказались эти соседи от него, потому что они всю жизнь садили здесь картошку, она здесь не росла, говорят. Даже здесь вот трава не хотела у меня расти. Но для интереса можно, конечно, попробовать на том участке. И здесь я меньше, это и здесь было семена последние, оставшиеся самые плохие. И здесь не хватило удобрения. Так, это ведерко с того огорода. И я хочу попробовать вот на этом участке выкопать один куст. У нас в селе говорили калива. А я говорю, в общем, калива, а это называли каливье. Значит, выкопать этот куст, несмотря на то, что он как бы врос вроде бы в тени. Посажена эта картошка была первый год. Здесь вообще ничего раньше не росло. Такая трава бурьян один. Сейчас проверю. Вот картошка крупная, но мало. И, конечно, у меня азарт появился. Ладно, еще один куст. Вот подкопаю. Мне просто жалко как-то ее копать. Ну, не могу сказать, что я... И вроде бы ее здесь и много, но она еще не выросла. Поэтому будем еще ее зеленые еще листья эти. Они, видите, даже держались на этом, на кусте. Все. Буду на том огороде копать, а это пусть еще растет. Пока еще светло, как обычно, покажу. Что покажу? Я пересадила клубнику немного. Я рассадила вот такую грядку клубники. Изначально я вот ставила такие колышки, помечала клубнику, кусты, которые давали очень хороший крупный урожай, ягоды такие.
А потом стала усики эти, ну, как бы я так точно не знаю, но стала усики выбирать. Их почти нет именно в такой клубнике намеченной. А целая куча усов совсем других. Ну это я что сделаю? Когда вот здесь огурцы соберу, я здесь еще посажу, уже какая будет клубника. Ну и то есть вот у меня будет такая грядка клубники. Вот щавель у меня. Я говорила недавно, щавлевый борщ, и опять вырос. Не так много, но не знаю, может срезать. В планах, конечно, много чем заняться. Малиной. Еще вот конец августа, и вот у меня есть куст. Здесь рос на этом огороде куст малины. Еще ягодки есть. Вот я его вырежу, как вы посоветовали, вот этот. А вот эти вот ветки дадут потом урожай. Ну что, вот присела на дорожку, нарезала цветов, нарыдалась. Маму вспомнила, что я бы маме наносила цветы. Вот, скоро уже, вот как мамы нету. Новости рассказала об этом. Родственники ездили в село и из села выложили видео. Ну, вообще, как бы, вы... ну, чтобы жизнь была бы другой. Еще главное, чтобы была бы мама здорова. Ну, я поставлю цветы. Думаю, это я второй раз уже цветы несу домой. Вообще красиво. Вот эта белая георгинка. Это не та, которую мешали расти. Эта женщина говорит, как я могла тебе белую георгину дать? Я их, говорит, размножаю. Но я говорю, я их выкопаю уже осенью и верну вам обратно, потому что у меня погреба нет. Вот. Огурцы кто-то спрашивал, как долго у нас растут. Ну, я еще надеюсь, что они будут расти немного, потому что, ну, что я там закрыла, наверное, 6-8 банок, наверное. Вот. И, между прочим, у нас уже появились маслята. Вчера ходили знакомые за маслятами. Немножко набрали. Вот так идет наша жизнь. Нет времени абсолютно. Хочется, как я говорю, объять необъятное. В прошлом году, мне кажется, больше каких-то у нас развлечений было. Ну, у мужа не было работы из-за пандемии, там еще. Вот он тогда был в центре занятости, стоял на бирже. И было, когда у нас больше времени на разные поездки, на рыбалку. Вот. А в этом году как-то вроде бы у меня и отпуск был, и ничего. Мы болели, да. Первый отпуск болели, второй отпуск, вторые он был, выходные болели. Ну вот сейчас еще 2 недели у него выходных. Посмотрим, что у нас получится с развлечениями. Ну что, на этом буду заканчивать свое маленькое видео. Всем пока, до новых встреч.